Привет, друзья, привет, подписчики канала. С сегодняшнего дня навсегда будет бесплатный интернет на вашем телефоне. Скорее включите эту настройку мощного радиосигнала, и у вас действительно будет бесплатный интернет. Значит, смотрите, как это все происходит. Вы просто опускаете шторку, выключаете свой интернет. Прежде смотрим, чтобы у нас, к примеру, на ТикТоке просто посмотрим. У нас, видите, ТикТок работает. Все отлично. Все работает у нас. Кстати, кто хочет ТикТок скачать, вы можете зайти у меня в Телеграме. Ссылочку оставлю. И смотрите, что сделаем. Мы интернет видим, да? Мы выключаем вот так вот все. Соответственно, у нас ничего сейчас работать не будет. И включаем режим полета. Просто включили режим полета. Дальше вводим секретную комбинацию, которая будет работать на любом телефоне. Это мощный радиосигнал. То есть вам нужно будет зайти в звонилку и написать секретную комбинацию. Досматривайте видео до конца. Заходим в звонилку, пишем звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка, решетка. Поставьте на паузу и перепишите эту комбинацию в конце звездочка. Поставьте на паузу, еще раз повторяю, и напишите эту комбинацию в конце звездочка. У вас появляется вот такое вот меню, точнее вот такое вот будет, где у вас будет первое, это информация о телефоне, Выбираем ту сим-карту, на которой у вас присоединен бесплатный, на которой вы хотите сделать, чтобы был бесплатный интернет. К примеру, у меня второй сим-карте, это информация о телефоне 2, у меня там интернет. Я выбираю эту сим-карту, ну, у меня две сим-карты, если у вас, соответственно, одна сим-карта, то вы выбираете первый пункт. И здесь вы ищете пункт «Мощность радиосигнала». Вы этот пункт активируете на несколько секундочек, ждете теперь, обязательно ждете, пока оно сохранится, оно перезагрузится. И здесь просматриваете вниз, не отключилось ли оно. Если у вас этот пункт отключился, вы опять его включаете через время. Вот так вот, потому что должно написать «выполнить проверку». Если выполнила, то все, отлично. И теперь вы просто-напросто заходите в ТикТок и можете смотреть видео. Как видите, видео грузится. Вы видите это, да? Причем у нас, при том, что у нас, вы видите, то есть работает все работает отлично, не грузится. Единственное, это только эти эфиры прямые. Видите? При том, что у нас, смотрите, у нас сейчас отключен Wi-Fi, у нас отключен сотовая связь, у нас включен режим полета. Вы представляете, как это так происходит, вы скажете. Всем, кто смотрит это видео 3 минуты и до конца, вы красавчики, потому что вы узнаете об этом вот первыми. Это, конечно, друзья, был розыгрыш. Это был небольшой вот такой вот розыгрыш, так как на самом деле ваш интернет в данную минуту работает. Тут включен режим полета, и все, как видите, отключено. А вот в ТикТок я зашел, и мы видим, что у нас работает. Это запустили мы вот той командой, включили резервный интернет, который мы выключили, а через секретное меню включили. Вот таким вот способом вы можете своих друзей разыграть. То есть вы включите просто секретный интернет, радиосигнал мощный. И у вас, в принципе, вот здесь вот будет режим полета включен. У вас будет выключен Wi-Fi, у вас будет выключен мобильный интернет, у вас будет выключен, что вы подключены к другой сети. Да, но у вас все равно на минуточку будет интернет. И об этом должен знать каждый. Так что поделитесь этим видео и разыграйте тоже своего друга, потому что действительно у вас будет работать не только... У вас будет не только работать
TikTok, у вас будет работать и YouTube, у вас будет, блин, все-все-все работать, у вас будет подключение идти полным ходом. Проверяйте, напишите, кстати, работает у вас эта фишка или нет. Вот жду вас в комментариях обязательно самых активных. До скорого, всем добрейшего.